представься, пожалуйста. Здравствуйте, Кирилл зовут меня. А скажи, почему ты посещаешь такого рода вечеринки? Потому что мне нравится музыка, обстановка в этом стиле вообще. Люди красивые, просто приятно здесь находиться на самом деле. А почему именно Фабрик в пятницу? Потому что, в принципе, здесь батл довольно-таки в нашей республике известное мероприятие, на которое приятно прийти, всегда есть приятные, адекватные люди, приятная музыка. Ну, соответственно, именно поэтому, наверное, этот выбор. Ладно, скажи, пожалуйста, что бы ты выбрал? Ковер-самолет, скатерть-самобранку или сапоги-скороходы? Как обычно, да. Как обычно? Ну, вопросы ваши, как обычно. Ну, наверное, самобранку там можно было заказывать все что угодно внутри. Там, а как ты относишься к наркотикам в таком случае? Как есть они. Они всегда будут, они всегда есть. И, в принципе, это не стоит опровергать и вообще. Ладно, они... передай кому-нибудь привет. У тебя самый дорогой человек. Конечно, есть. Серега, привет. Зоны, бля. Спасибо большое.